ты настала? Ну, я иду к тебе, скажи, чтобы твои не стреляли, я журналист. Доброе. Ну, давай, встречай. Что это стреляет? Это виниточка. Ага. Это самое. Виниточка. Ясно. А как здесь обсесса свой? В аэропорт, как объяснить этого здесь? А, ну мы это самое, мы сейчас находимся на боевой, на самой передовой. Это, орудие не снимать. Пушку эту не показывай. Пушку не снимать. Нет, а дальше не снимай. Мы находимся на передовой, наша задача, короче, не пропустить противника. Это старый терминал дальше, да? Да. Вы сможете там ходить, старый терминал? Конечно, да. Да, сейчас пойдем. Да. Отлично. Пушку только не показывайте. Хорошо. А как ваш позывной? Каста. Каста, очень приятно. А как настроение здесь? Нормально, боевой настрой, все. Но должен быть перемирие, якобы. Ну, якобы перемирие. Стреляют каждый день здесь? Ну, постреливают. Постреливают. Спасибо. Окей, добро. Привет, очень приятно. Привет. Грэм. Мы не работаем с западными пропагандистами. Мы против информационной войны, блядь, против нас, мужики, блядь. Ноги случайно простреливаем. Вы чтоб в курсе дела были. Они снимают одно, а показывают совсем другое. Объясните в этом смая и запад, это пропаганда. Да, сволочь. Ну, я не знаю. Объясните это. Объясняю. CNN, Reuters, там, BBC, к нам кто только тут не ездил, блин. Снимают, в глаза улыбаются, а потом слушаем, что мы террористы, убийцы. С нами вместе тут чай пьют, блин, печенье едят, блин. А потом оказывается, что мы вообще какие-то тут звери, блин. Едим украинских детей, блин. Мы против этого. Против такой западной пропаганды. Ну, пойдемте. Хорошо. Привет. Не, ну Грэма Филлипса мы знаем. Ага, очень приятно. А как позывной ваш? Матрос. Ага, матрос. Да, командую здесь. Вы знаменитый матрос. Знаменитый, да. Братан, лучше бы я был свободный. Матрос. Лучше бы на моей земле не было оккупантов украинских. Матрос. Да! Я уеду. А потом как? Потом позвонишь, я заберу. Понял. Пошли. Мужики, только боевые позиции снимать нельзя. Хорошо? Где оружие установлено? Да.
А это сейчас старый терминал, мой друг, да? Да, это старый терминал. Я ему его покажу. Укроповский БТР, это он сваливал от нас, мы его подбили, заехал сюда, с гостиницы мы его добили. Ну это давно еще было, в октябре месяце. Прошли в фойе. Здесь был таможенный терминал, здесь люди проходили таможню. Ага. Вот в этих местах. Это, ну, мирное время. Ну вот так ребята несут вахту. Хотите, чайком угостят, кофейком, блин. Сразу все сделает, если нужно. Вот. Поговорите с парнем, я вместе с ним воюю со Снежного, он из Грузии, воюет вместе со мной, Тимур. Хороший парень. Здравствуйте, приветик. О, я смотрю, это здесь на кадре, это рядом украинский труп, наверное. Уже убрали украинские трупы, уже нету их. Уже нету. Да, а вот Тимур. Я вместе с ним со Снежного воюю с лета. Тимур, очень приятно. Да, Тимур и его друзья. А как ощущение на передовой, на самой знаменитой позиции на этой войне, Тимур? В общем, отлично. Просто скучно. Скучно? Да. Почему скучно? Перемирие. Перемирие. А как статус аэропорта сегодня? Мы сейчас старый терминал, это полностью под ваш контроль. Да. И новый терминал, и башня, а вы знаете этого? Все будет порядок. Возьмем. Будем сжечь всех. Уничтожать. Врагов с нашей земли. Вот так вот. И будем жить мирно потом. Со своими друзьями. Действие сегодняшний день это ротации войска, ОБСЕ здесь. Можно без них здесь типичный день. Обмен, как это, продукты, питание. Как этого? Нам все хватает. Все нормально. Все прекрасно. Командир у нас есть. Человек боевой, отличный. Все любим, все уважаем. И заботится наш командир. А сам откуда? Грузии, Кутаиси. А как ты здесь приехал? Ну, приехал. Надо помочь порядочным людям. Как не приехать? И всем говорю, пусть приезжают настоящие мужчины. Защищают от нацизма нашу землю. Помогают защищать землю от нацизма. Вот и все. А нацистов мы победим и догоним их до Лиссабона. Можно без них, матрос. Аэропорт, статус, это полностью руин. Это в принципе, правильно сказать, полностью руин здесь аэропорт. Руины, да. Никакого стратегического значения он толком не имеет, взлетная полоса разрушена. Он имеет политическое значение. Здесь воюют великие укры, которые называют себя киборгами. А на самом деле они пидорги, блин. Понимаешь? И вот сделали рекламу, что здесь настоящие воины бьются за украинскую идею. А на самом деле оккупанты и их и наемники, пособники оккупантов пришли на нашу землю и играют свои игры. Вот и все. Все просто. Есть история в новости, что ну, войска Новая Россия, ну, встретимся, украинские войска, общаемся. Как нет, мы не общаемся, с врагами не общаются, его уничтожают. Нужно понимать, что это враги, и что они на нашу землю пришли с определенной целью. Либо уничтожить нас, либо поработить. Мы тоже, по их мнению, должны стать великими украми. А мы не укры великие, мы... Украинцы, русские, неважно кто, мы представители русского мира. И бьемся здесь за русский мир. Вот и все. Или я что-то не так говорю? Так хорошо.
Я думаю, все так думают. Все ребята, которые у меня здесь, думают. Здесь делать нечего. Да. Им здесь делать нечего, нахер их с нашей земли. Грис, Афина. Грис. Греция. Грис. Понятно, Грис. Эллада. Понятно. А ты откуда? Я с Кавала. А ты сам откуда? Из Греции. Из Греции? Да. Ух ты. А тогда почему ты решил здесь приехать, чтобы воевать? Бить немцев. Не немцев, фашисты. Немцев, фашисты, они одно и то же. Это одно и то же. А что, не одно и то же? Сейчас не пришли, что ли, еще? Откуда, какой город в... Авала. Авала. Одно и достаточно. А почему как русский язык узнали тогда? Это бывший СССР, который они отняли у нас. Американское оружие, это Обама. Ну, то есть здесь жили на территории Советского Союза, а потом... СССР наша родина. Они ее поломали. Эти, обамовцы. И мы ее возродим. Посмотри а мы ее флаг. Хотим поставить на место. Обрати внимание, флаг. И так многие думают. Имперский флаг и флаг Советского Союза. И родину мы свою возродим, Советский Союз. И это не шутка. Матрос, ты батальон «Восток». Что? Нет. Подразделение «Моторолы». Батальон «Моторолы». «Моторола». И спартанцы. Батальон «Спарта», подразделение «Моторолы». А как ты сам относишься, что «Моторола» встретится с украинскими войсками? Как ты сам чувствуешь? Когда он здоровался? Да. Отношусь положительно. «Моторола» мой командир, он воин. И благородный воин. Ему воин протянул руку. Он протянул в ответ руку. Это просто рукопожатие двух воинов, которые уважительно относятся друг к другу. Вот и все, не более этого. Никакой политики, ничего там нет. Хорошо. И уважительно отношусь к командиру за такой поступок. Только воин может протянуть врагу руку, с открытым забралом к нему подойти. Он настоящий воин, а мы вместе с ним. Вот так. Спасибо. Держишь, понеси руки. Да.